Школьникам-отличникам вернут золотые медали. Полгода назад новый закон об образовании отменил заветные награды. Но теперь депутаты Госдумы решили внести в него поправки. Как будут поощрять за особые успехи в учебе, выяснял наш эксперт Дмитрий Сагара. Еще недавно казалось, что у нас в 11 классах учится потерянное поколение. Впервые за многие десятилетия выпускники могли остаться без традиционных наград – золотых и серебряных медалей за отличную учебу и примерное поведение. Все медали были отменены полгода назад, после вступления в силу нового закона об образовании. Чиновники решили сэкономить на медалях, потому что теперь они не играют такой роли, как раньше. Они не дают никаких льгот при поступлении в институты и университеты. Чиновники решили, что важна только оценка по ЕГЭ, и не будет вам никаких медалей. Больше всего расстраивались родители отличников, но теперь их недовольство услышано. И на прошлой неделе депутаты Госдумы и члены Совета Федерации приняли поправки в закон, которые вступят в оперативном порядке немедленно в действие. И уже этой весной лучшие ученики обязательно получат золотые медали с надписью «За особые успехи в учебе». А вместо серебряных медалей будет похвальная грамота от правительства России за особые успехи в учебе. Хочется сказать огромное спасибо чиновникам и депутатам, которые так оперативно сделали работу над собственными ошибками. О том, в каком месте Кемеровской области гуляли динозавры, смотрите во второй части выпуска. Катание на верблюде, велосипеды на зимней резине и модный показ русских народных платков. В Новокузнецке проводили зиму. Вперед в прошлое! В Кемерове открылась уникальная выставка окаменелостей. Сегодня в областном краеведческом музее показали динозавров, которые жили только на территории Кемеровской области. Выставка «Восьмое чудо Кузбасса» рассказывает о Шестаковском комплексе. Его, кстати, справедливо можно назвать чудом. Скелеты динозавров там сохранились полностью. Подробности в материале нашего корреспондента. Это пситокозавр сибирский. Сложно поверить, но такой динозавр, похожий на большую ящерицу, ходил по территории Кемеровской области больше 100 миллионов лет назад. Его скелет, почти полностью сохранившийся, обнаружили кузбасские археологи в Шестаковском комплексе. Он находится в Чебулинском районе. Это первое и пока единственное в России место, где встречаются практически неповрежденные скелеты динозавров. Никого не удивляет находка ископаемых динозавров в там, Монголии, в пустыне Гоби на территории Китая. На территории Соединенных Штатов Америки, где все это гораздо южнее. А вот на наших широтах это удивительно. Но по иронии судьбы, находка, которая прославила кузбасское захоронение, из области пропала. Кости сибирских динозавров расхватали для исследований институты России. Поэтому на выставке только голографическая модель древнего ящера. Но это скоро изменится. Уже летом на Шестаковский комплекс отправится археологическая экспедиция. Ее участники надеются найти новые скелеты динозавров. Будет получен, во-первых, принципиально новый материал, который будет проанализирован на уже совсем другом уровне. Другая уникальная находка Шестаковского комплекса – череп большерогого оленя, огромного животного, рога которого достигали 4 метров в размахе. Это единственный в России подобный экспонат. Череп сохранился в удивительном состоянии, почти целиком. На выставке рядом с останками древних животных соседствуют оружие, посуда и другие вещи древних людей. Здесь показаны самые разные стороны одной территории нашей Кемеровской области. Потому что Шестаковский комплекс, он интересен не только природными, геологическими, палеонтологическими образцами. Это еще и место проживания на этом месте древних племен. Здесь же огромное количество самых разных цивилизаций стыковалось, пересекалось. Здесь есть памятники со времен палеолита, то есть охотников, которые охотились на мамонтов, и заканчивая уже средневековьем. Наша задача, чтобы молодое поколение, подрастающее поколение знали о том, что в нашем крае есть уникальные как природные, так и исторические и археологические места. Первую находку на Шестаковском комплексе датируют 53-м годом прошлого века. Но за 60 лет раскопок и исследований комплекс не перестает удивлять ученых. Загадки остаются до сих пор, поэтому заканчивать раскопки не планируется. А у посетителей выставки есть возможность опробовать свои силы в новом амплуа исследователя. Для особо пытливых гостей здесь есть импровизированная песочница.
Чтобы почувствовать себя настоящим археологом, далеко ходить не нужно. Свои собственные раскопки можно провести прямо здесь. Я, например, за несколько минут откопал кость настоящего мамонта, который ходил по Сибири более 10 тысяч лет назад. Антон Лимонов, Дмитрий Шилов. Новости моего города. В это 8 марта кузбассовцы должны поздравить как можно больше женщин. Губернатор Роман Тулеев направил телеграммы главам территории региона с предложением сделать все, чтобы этот день стал настоящим праздником для всей прекрасной половины Кузбасса. Особое внимание предлагается уделить женщинам, которые 8 марта будут в больницах. Новокузнечане проводы зимы превратили в настоящее шоу с показом русской народной моды и кренделями. Устроить зрелище помогла радиостанция «Русское радио». Артем Казак встретил весну согласно всем традициям. Весна идет, весне дорогу. Масленицу встречали в Новокузнецке с размахом. Главная площадь города пестрела разнообразием людей, забав и транспортных средств. По крайней мере, не каждый день встретишь тут велосипедистов на зимней резине или вальяжно прохаживающегося в снежной завесе верблюда. Особенно ярко выделялась в этой суматохе палатка одной из любимейших радиостанций новокузнечан. В этом году «Русское радио» отмечает 10 лет, и проводами русской зимы мы решили начать эту череду ярких, просто незабываемых событий. Как год начнешь, так, таким он и будет. Как год начнешь, так его и проведешь. «Русское радио» решило начать этот год вот так весело, со всей широтой русской души, с подарками, с конкурсами. Мы этого желаем и всем нашим слушателям, потому что наш девиз – все будет хорошо. Подарков в честь своего юбилея на Масленицу «Русское радио» привезло немало. Правда, за каждый приходилось побороться. Показать, так сказать, силу и прыть молодецкую. Одним из самых захватывающих состязаний было перетягивание каната между командой весны и командой зимы. И в том, кто победит, сомневаться даже не пришлось. Заставляем канат! Весна победила! Все ждем весну! Мы победили. А вот кто-то получил возможность сделать подарок себе своими руками. Так все рукодельники смогли создать себе небольшое чучело масленицы вместе с фестивалем «Арт-базар». Не забыли традиционный простоп, на вершине которого, кстати, висели подарки для всей семьи от «Русского радио». Руководили весенним безумием рускородийные кренделя, Потапыч и Забава. Они же раздавали подарки и давали задания участникам состязаний. И в копилке конкурсов было немало чего припасено. Так, центральной частью празднования было дефиле, где участницам нужно было, взяв в руки коромыслы и ведра, создать образ русской красавицы. Мы сегодня, у нас были бои на подушках. У нас был, естественно, конкурс красоты. Как же весну без красоты встречать? Дефиле. Конкурс красоты, да, дефиле павлово-посадских платках. Вы говорили все-таки. Завтра в эфир и артикуляционная зарядка. В общем, если учесть, что весну встречали с таким размахом, то можно быть уверенным, что придет она окончательно очень быстро. И теплые деньки уже не за горами. Стоит только немножко подождать. Артем Казак, новости моего города. На этом у нас все, но редакция телеканала «Мой город» продолжает свою работу. Оставайтесь с нами. И следите за новостями каждый будний день в 16 и 21.00. Всего вам доброго. До свидания. Одежда для ведущей предоставлена салоном «Флирт».